Отделение синхронного плавания открылось в Анапе менее года назад. Анапчанки уже показывают хорошие результаты. Елизавете Вишневецкой 11. Синхронным плаванием занимается 5 лет. Начинала тренироваться в Казахстане. Родители переехали в Анапу. Элиза продолжила занятия плаванием на курорте. Заняла первое место в городских соревнованиях. В синхронном плавании главное, чтобы была хорошая растяжка, чтобы ноги были всегда соединены, чтобы заниматься, не пропускать. Если будешь пропускать, ты не сможешь хорошо заниматься. Нужно стараться, чтобы не подводить тренера. В этом году я буду танцевать соло первый раз. Танцевала раз 5 группу. Лиза лучшая в старшей возрастной группе с 9 до 11 лет, дельфиненок 1. В младшей группе дельфиненок 2 с 7 до 9 лет, золото у Александры Селезневой. Синхронным плаванием девочки занимаются с сентября 2013 года. У них существуют определенные фигуры, которые они должны показывать на оценку судьям. Они все выступают в одинаковой форме, белая шапочка, черный купальник, чтобы быть неузнаваемым, потому что это, чтобы оценки были более объективны. Это правило соревнований финновские, международные, которым соответствуют все участники и спортсменки. Следующий этап – тренировка первой произвольной программы для выступления на краевых соревнованиях. В ноябре в Анапе пройдет первенство Кубани по синхронному плаванию. На курорт приедут спортсменки со всего края.